Йо-йо, хеллоу, с вами Марта Зеро, и сегодня я решила снять первый выпуск программы «Летнее лето». Да, название странное, но какая разница, если скоро уже лето. И в первом выпуске этой программы я решила сделать вместе с вами вкусняшку. Мороженое специально для лета, чтобы не было жарко. Я вот уже засыпала первое. В общем, я вам сейчас все расскажу. Нам для этого надо формочки. У меня такие специальные для мороженого. Но если у вас таких нету, вы можете взять любые, даже сделать сами. У меня есть Skittles, желейки со вкусом колы с фирмы Jelly Bon, Coca-Cola и Sprite, которую я уже залила. Сейчас я вам расскажу. И желейки Haribo или Haribo. Или Харибо. Какая разница? Главное, это вкус. Ну, именно в этих желейках. Я залила 3 кока-колы, 3 спрайта и 2 смешанных. В первую кока-колу я уже засыпала Skittles. Skittles у меня со вкусом разных ягод. Да, дикая ягода, да. Да. Ну, в общем, очень много слов, да. И давайте засыпать уже второе в спрайт. Я уже их пробовала. Они безумно вкусные. Они мне очень, ну, очень-очень-очень понравились. Вот. Только вы не обижайтесь, если что. Если вам будет неприятно, я буду потихоньку вот так вот делать. Сейчас. Да. Вот так вот делать, ну, это я надпевала, вам, конечно, было, наверное, не слышно. Да, первое я уже сделала. Второе я буду засыпать желейки со вкусом Кока-Колы, да, в Кока-Колу. Интересно, наверное, будет так же вкусно, как и интересно. Что? О, вот так вот. Опять чуть-чуть надпьем. Да, странный звук. Ну, пожалуйста, не обижайтесь. Так, потом мы засыпаем эти желейки в спрайт. Так, опять же таки, чуть-чуть надпьем. Так, потом мы засыпем, наверное, самые вкусные желейки. Харибо, но они твердые такие, не очень мягкие. Вот, как видите, когда я на них давлю, оно становится белое. Давайте засыпем. Зеленая это моя самая любимая, и она не помещается, серьезно. Ладно, будем стараться засыпать хотя бы по одной или по две. Так, как видите, они не помещаются. Второе, я решила смешать Кока-Колу и Skittles. Так как, ну, это в первое я смешаю Кока-Колу и Skittles, а второе Кока-Колу и желейки. Давайте попробуем. Нет, это слишком много, наверное. Ну ладно. Skittles еще засыпать можно, поэтому. Ой, одна. Ну ладно. Смотрите, как оно сразу же. Давайте напьем чуть-чуть. Да, ладно. Теперь смешаем Кока-Колу. Ой, здесь чуть-чуть не долито, но я не буду уже. В общем, ладно, давайте еще чуть-чуть дольем. Все же, чтобы было как бы как-то получше. Вот. Слава богу, она нормально налилась, потому что я первый раз снимала, она у меня случайно остановилась, а здесь куча было уже всякого вот этого спрайта и кока-колы. Ой, зачем я Skittles насыпаю? Да. Ой, я забыла. Skittles в кока-коле шумит почти так же, как и Mentos. О боже, только не это. Так, быстро засыпаем желейки. И надпеваем. Ну, вот такая вот странная штука у меня получилась. Но я не знаю, как ее можно закрыть, но как-то думаю, получится.
наверное. Ну да, как-то получается. Скорее всего, оно будет разливаться. И я сниму второе видео про уже готовые эти штучки. Так, закрываем. Оно почти не закрывается, вот видите оно. Как бы... Ну ладно. Мама еще там попробует это закрыть. Да, здесь две желейки, я думаю, оно полегче закроется, но нет. Ничего подобного. Даже еще тяжелее. Я не знаю, как это можно закрыть. В общем, представим, что я уже закрыла. Во! Ну, а сейчас мы... на всякий случай, если она случайно выключится, я с вами попрощаюсь. Ну, я попробую еще. В общем, на всякий случай, пока-пока. Ну, а я сейчас буду пробовать... каждую желейку. Первая у нас идет кока-кола, вот такая вот желейная. Вот я много таких желеек со вкусом кока-колы пробовала, и вот это больше всего похоже на именно кока-колу. Бубочка. Что? Идем дальше, пробуем вот такие вот желейки. Так, у нас попались вот такие вот. Еще нам надо какие? Желтые, оранжевые. Вот, ой, это не то. Вот желтенькая, это бананчик. Оранжевый, апельсинчик. И мой самый любимый, это зеленый. Так, пробуем с красного, точнее. Тихо. Красный тоже безумно вкусный. У него странный вкус, но очень вкусно. Серьезно. Второе у нас идет вот такое вот фиолетовое. Пробуем. Вы не поверите, но это...